На совещании рассказали, что основная нагрузка сегодня приходится на многосторонний автомобильный пункт пропуска «Адлер». Летом прошлого года количество пересекающих границу здесь превышало отметку 48 тысяч человек и 6,5 тысяч автомобилей. Это при том, что пункт рассчитан всего на 28 тысяч человек и 1500 машин. Таким образом, избежать очередей по-прежнему не удается. На совещании пришли к выводу, нужна реконструкция автомобильного пункта, обустройство дополнительных путей к нему. В улучшении нуждается и пешеходная полоса. Там планируется установить шумопоглощающие заборы. Еще одно спасение от пробок – это создание выделенной полосы для общественного транспорта, подчеркнули на совещании. Есть договоренность, все это понимают, что вместо этой газона, в который идет, надо сделать еще одну полосу для общественного транспорта с полосой А. К лету надо это сделать. У нас месяц всего впереди. Если сделаем полосу общественного транспорта, и будут довольны все и туристы, и агентства туристические. Все это, отметил Анатолий Пахомов, плюс развитие железнодорожных и морских перевозок приведет к увеличению пропускной способности на границе. В прошлом году Абхазию в рамках однодневных экскурсий посетило около 450 тысяч экскурсантов.